Люберецкие спасатели совместно с коммунальными и оперативными службами провели пожарно-тактические учения. Быстроту и качество выполнения поставленных задач оценила региональная комиссия Главного управления МЧС России, которая проверяет в округе организацию работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. На тренировку пригласили и нашу съемочную группу. По легенде учений, возгорание произошло во Дворце культуры. По тревоге всех эвакуировали в безопасное место. Пожарные, скорая помощь и полиция к месту условного происшествия прибыли оперативно. Помещения сильно задымлены, поэтому спасатели практически на ощупь искали очаг возгорания. Задачу усложнили. В одном из кабинетов остался пострадавший. Группа газодымозащитников разыскала его за несколько минут и вывела на улицу. С задачей личный состав формирования спасательных Люберецкого жилищного треста, Люберецкого водоканала и теплосети справились успешно. В ходе учений проверяют готовность учреждения к действиям в критических ситуациях, а сотрудники пожарных подразделений совершенствуют профессиональные навыки по спасению людей и ликвидации последствий ЧС. Такие проверки комиссии Московской области проводятся раз в 5 лет и дают возможность понять настоящее состояние дел, оказать методическую помощь, обменяться опытом и обсудить проблемные вопросы. Подобные учения в округе проводят регулярно. На территории муниципалитета действуют 5 пожарно-спасательных частей. В них круглосуточно несут службу 35 пожарных. По сигналу тревоги на место происшествия в любую минуту готовы выехать 9 единиц спецтехники. Богдан Колесников, Денис Зугольников, телеканал ЛРТ.